Пьем мы как-то чай в гостях у нашего любимого заказчика, а он и говорит: «Посмотрите токарик, там ошибка раз в смену вылезает, может поможете?» Вообще, редкие выползания ошибок, конечно, проблема для диагностики, но увидев саму ошибку в истории, поняли, что вызвать ее труда не составит. Ошибка гласит «Шпиндель Switching Fault», что можно интерпретировать как неисправность переключения шпинделя. Ну, редуктора тут нету, значит, речь, скорее всего, о звезде треугольнике. Не об этих, я о способах переключения двигателя шпинделя к цепи питания. На старте и низких оборотах применяется звезда. Далее на определенной скорости происходит переключение на треугольник. Ищем два контактора в электрошкафу. Вот они. Ищем скорости, на которых выполняется переключение. На скорости 600 оборотов в минуту работает звезда, на 1000 – треугольник. Пишем короткую прогу и зацикливаем ее через М99. Проходит пара минут и вылезает ошибка. Запускаем снова, пара минут и ошибка. Отлично, вызывать ее мы научились. Полдела сделано. Ошибка появилась при переключении на звезду, при переходе с 1000 оборотов на 600. Соответственно, подозрения пали на контактор, отвечающий за соединение звезда. Дабы подтвердить его причастность к проблеме, поменяли два контактора местами. По сути, если ошибка теперь появится при переключении на треугольник, при переходе с 600 оборотов на 1000, это будет говорить нам о неисправности первого контактора, КМ-321 который. Запускаем программу и ждем. 5 минут, 30 минут, час. Ну и замечательно, ошибок нет, нет проблем. Могу лишь предположить, что контактор КМ-321 устал работать на режиме с более высокими токами. А сейчас ему норм, посмотрим, что будет дальше. А сейчас время для чая. Небольшой спойлер, токарик работает круглосуточно уже около 4 месяцев, ошибки так и не появлялись. Всем добра!